Приветище, это Тинукины, и мы продолжаем наше увлекательное путешествие по огроменному миру, где мы микрокрошечные. Нам осталось всего ничего собрать последнюю деталь, которая напоминает стик от геймпада, для того, чтобы установить ее внутрь нашего корабля. Скорее всего, это будет центр управления всей этой бандуриной, и чувствуются какие-то отголоски человека-муравья. Будто если мы туда зайдем, то мы сможем превратиться в гиганта этого мира. Но сейчас не об этом. Нам все-таки нужно доделать эту каску. И сейчас мы отправляемся в новую локацию. Сюда, Майло и Дэн. Встречаемся наверху. О, это же прихожая, мы тут были. Я уже чувствую, что нас по ходу гоночки поджидают. Здорово, ребят. А, у меня есть билет. Колесо обозрения или замок? Билеты здесь очень дорогие. А, у меня есть тоже билет. Смотри-ка. Ну? Где билет? А ну-ка покажи билет. Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, вот мой билет. А как насчет ребенка? О, прошу прощения. Вот твой билет, Майло Дэн. С ним ты сможешь приходить и уходить когда угодно. Спасибо. У меня есть билетик. Жалко, он только один. Билет в Подпроворск. И название. Входите, уважаемые посетители. Спасибо. Ужасный жук с отверткой. Ого, ничего себе, там и замки, и тут и огромные птеродактили. Эй ты, а ну-ка покажи билет. О, добро пожаловать в Подпроворск, мастер Майло Дэйн. Здесь все ваши мечты воплотятся в жизнь. Ну-с, откуда начнем-с? Хотите спасти цитадель от жуткого чудовища или посетить наш парк фантастических тварей? Или, может быть, желаете полюбоваться скоростной гонкой шершней с высокими ставками, потягивая вкусный напиток из бокала? Подпроворск полностью к вашим услугам. Хо-хо-хо. Что не так? Вы ожидали, что кто-то будет просить вас об одолжениях? Хе-хе. Вы в Подпокровске, и этим все сказано. Не вы работаете на парк, а парк работает на вас, мастер Майло Дэй. Вы никому ничего не должны. Вы точно хотите эту штучку? Как скажете, клиент всегда прав. Вот, пожалуйста. То есть он просто так взял и отдал мне вот эту штучку? Вообще-то она и так никому не... Босс, босс, босс. А сейчас-то что? Не видишь, что ли, я занят. Тут надо клиента развлекать. Простите, босс, я только хотел сказать, что у нас очень большая проблема. Идиоты, как я буду продавать молочные реки и кисельные берега в таких условиях? Работать, вечером жду в офисе. Как скажете, босс, простите, босс. Так, подожди, что это оно перестало сиять? Мой самый дорогой друг, насчет этой штучки, я дам ее, как и обещал, но... Сначала предлагаю партейку в одну игру. Челлендж, так сказать. Блин, ну ты ж только что сказал, что парк работает на меня, я ничего здесь никому не должен. А тут игру надо сыграть. Чтобы получить незабываемое впечатление, предлагаю спасти бедных пассажиров поезда, потерпевшего крушение. Отремонтируйте гоночную трассу, шоу должно продолжаться. Найдите пропавший автомобиль Алансы из синих молний. Отыщите ценный предмет, который станет призом для победителей. О, вот чем можно развлечь такого искателя приключений, как вы. Я сберегу эту драгоценную штучку в целости и сохранности. Ну вот, напросился, да? Парк Подпроворск. Гонка в опасности. А вот и главные герои нашего сегодняшнего приключения. Волт, старый аферист. Эта штучка ему абсолютно не нужна. Он просто хочет, чтобы ты бесплатно на него поработал. Его Волт зовут, я даже не обратил на его имя. Внимание, это типа отсылка к Уолт Дисней. Но у тебя нет выбора. Нам нужно, чтобы эта гонка состоялась. У нас нет участка трассы, автомобиля, зрителей, кубка. Да проще простого, чего уж там. Да действительно, я все сделаю.
Ладненько, я... Вот, 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 кто он мне нужен. Мне нужны помощники, как же я без них-то? Угу. Приключения здесь, конечно, завались. Под концовик, парк развлечений. Это круто. Очень круто. Этих ребят я заберу с собой. Кому расскажу, что я гулял по хвосту птеродактиля? Хотя это не птеродактиль, у него не такой хвост. Это похоже на летающего дракона. Мультик «Как приручить дракона» похоже? Ну, хотя голова у него не такая. Тогда я... А, нет, могу допрыгнуть. Нет, не допрыгну. Ладно, буду из языка Меня изрыгнул дракон. Со звуком прям-таки. Круто. Привет, можно я с тобой покатаюсь на колесе без зрения? Колесо остановилось, это из-за меня. Я слишком тяжелый, ой-ой. Да ладно, не плачь, ты не такой уж и жирный. Здорово, пацаны, чё вы тут? О, Парсик, смотри. Чё-чё-чё, чё за диалог? Еще один сделал ту же ошибку, что и ты. Да прекрати ты уже, наконец. Я не хотел раздражать старика, вот и все. Вообще-то Галахарь его забрал. Так что в конечном итоге все получилось. Это называется командная работа, правильно, Маладейн? Если уж на то пошло, могу дать совет. Мы как-то уже выигрывали кубок, теперь просто расслабляемся и получаем удовольствие. У чудовища есть одно уязвимое место. Поговори об этом со старым Марлином. Его можно найти у черного хода аттракциона. Окей. Мы к нему обязательно зайдем. Хорошо, что с ними поболтал. Дали совет. И вон, кстати, этот аттракцион. Мы прямо к нему направляемся. Ой, сколько тут ниточек. Ну, наверное, вон тех надо забрать, ребят, с собой. Наверное, на самый верх поднимемся. Пошерстим здесь все. Ничего себе, забираем, конечно. Наверх залезем? Залезем, у меня уже хватает тянукину. Так что не проблема. Надо было, блин. Ребятки, подождите, дайте-ка я через вас туда перепрыгну. Вот сюда, и тут строимся, и я полетел вон туда. Здесь вот тоже есть шарик какой-то. Это заберем. У меня розовых тянукинов не так много, поэтому надо расходовать их очень аккуратненько. Лего пошло. Это кто, электрические прискакали? Точно. Электрические обдолбыши. Они под каким-то кайфом электрическим вечно ходят. На расслабоне, на чили. Смотри, пушка. А сюда, наверное, ядро надо. У меня есть ядра? А, нет, у меня нет ядра. У меня шарик есть, а ядра нет. Вот, в катапульту, наверное, шарик, да? Ага. Так, так, так. В кого стрелять будем, пока не ясно. А птеродактиля теперь нужно куда-то затолкать. Оп, оп. Дружок, тебе птеродактиль нужен? Зарядим его в этот огромный арбалет. Нет, ему нужна стрела. О, еще фиолетонький, это классно. Огромная стрела. Привет, дружок. Эй, малыш. Да-да, ты с пушком на голове хочешь сыграть? Тут приходили 4 болвана. Я отдала им все боеприпасы. Придется принести новые, и тогда я снова открою аттракцион. Ты же не торопишься? Пойди спроси их, куда они дели боеприпасы. Принеси боеприпасы обратно, и тогда я дам тебе пострелять. По рукам? Все, я понял. Просто нужно принести боеприпасы. А тут что у нас? Слон. Скорее всего... Ой, нет, мне не хватит. Мне не хватит. Давайте обратно, ребят. Горочка. Короче, скорее всего, мы забираем... Мы собираем зверей для какого-то зоопарка. Падушка-пердушка! Класс! Блин, я в детстве балдел от нее. Значит, насчет горок. Давай сюда скатимся, наверное. В начале. Снаряды. Где? А про каких 4 чуваков ты говорил вообще? 4 чувака. Где они? Это кто? Кипер. Шикарная катапульта. С катапультой мы разобрались, поэтому поехали вниз. Так. Гоночная трасса. Она тут где-то поломана. Еще и машинку сюда надо притарабанить. Ага. Вижу кабель. А откуда его подключить? Электричество-то где? Здесь можно мостик сделать. Офигенная карта. Люблю вот такое всякое детское.
Особенно, когда ты маленький и в такой огромной детской комнате, где куча всякого веселого. Электрических возьмем. О, жрачка. Возьму. Четыре чувачка. Где бы мне четырех чувачков встретить, которые снаряды эти израсходовали наверху? Чтоб они мне показали. Этот уже упитый. Две осы, гонщицы, наверное. Зажгем спички. Все, тут одна свеча была. А, вот это двинуть можно, кстати. О, как! Полезли наверх, посмотрим, что там есть. Смотри, тут еще, короче, мертвые петли есть. Две штуки целых. На гоночной тачке будем там носиться. Вот это можно открыть тоже. Проход. Для мостика не хватит у меня подопечных. 33 нужно. Слишком много. Пойду вот тут в домике пошарить. Благо тут много всякого интересного. Еу! Ну туда-то мы наверх сейчас не залезем. Хотя, почему не залезем? Вот так вот можно сделать. А сколько, кстати, здесь пыльцы нужно? 900. Я про это забываю вечно. В самом начале надо смотреть, сколько пыльцы надо. Пойдем сюда, сходим. Кекшик! Кекшик мой! Сладенький. Ага. Там вот висит магнит. 4 штуки нужно, чтобы открыть. Все, трассу мы открыли здесь. Можно гонять. По крайней мере, этот участок свободен. Я какой-то разрушитель. Хожу тут все подрывая. Но мне на самом деле больше всего нравится здесь именно подрывать. Черт, подрывашки кончились. Только я сказал, что мне нравится, у меня все... А вон они внизу есть. И у меня все закончилось в моменте. Я в моменте. На-на-на-на-на-на-на. Да, о! Какой здоровый пыль. Заберем. Че, выходит... Вон там еще, смотри, есть... Я уж хотел сюда уходить. Ты тоже здоровый. Класс. Мы лё. По дорожке взбираемся и поехали. Да взрываем ту штуку. Блин, чуть-чуть не хватило мне по высоте. Тут, наверное, проход будет. А, розетка. Сколько у меня электрических? В принципе, попробовать можно. Давай, сейчас попробуем. Сюда куда-нибудь. Нет, не получится. Так. И, короче, к проводу туда вниз, наверное, надо оттянуть это все дело. У меня их 21 штучка, поэтому вполне может нам хватить. Так, подожди. Почему я взял чувака с птеродактилем? Как это так? У меня их было 21. Я что-то не туда, что ли, посмотрел? У меня закончились эти электрические штуки. Так, ребят, давайте обратно. Жалко. Я, видать, не туда куда-то посмотрел. У меня их всего 15, а не 21. Как я так лоханулся-то? Очень сильно монаха лоханулся. Залезем на домик. О. Это не надо. Братюньки, вы со мной. Че, опять подрывашки? Да елки-палки, как всего здесь мало. Вот этих тоже заберем. Самое главное сюда не забыть потом вернуться, взорвать то, что я недовзрывал. Вон, кстати, подрывашкины. Идемте, надо довзрывать там. Здесь карабай. Нормально. Собачку. А, это киса. Заберем с собой. Ну да, скорее всего, точно тут зоопарк будет. Либо в дом куда-то это надо будет притащить. Что там у нас? Давай подорвем. Розетка, еще одна. Еще одна розетка. Там, вон, смотри, тоже есть проходик, надо пробомбить. Черт, не долетим. Через дорогу попробуем сейчас зайти. О, через дорогу получилось.
Так, а тут у нас что? Это силачи, а это спуск. А, во, подожди. Эх, я думал, там 4 чувака, которые снаряды использовали, а в поезде, оказывается, просто посетители сидят. На поезд посмотрел, думал, о, нашел этих 4 чудиков. Сейчас к поезду спустимся обязательно. По бубну только попрыгаем. И фиолетовых надо не забыть забрать. Пиум. Мы залезли наверх для того, чтобы... Что-то мы там... Хамелеона подняли. Картину с хамелеоном. Для чего, пока не ясно. Эх, на кексик не хватило. О, стрела! Ништяк. Не зря сюда поднялись. Очень даже хорошо. Вниз падаем. Здорово, ребят. Чё, поезд не едет, да? Почему поезд остановился? Сколько еще ждать? Да ладно, не паникуйте. Скоро запустим, наверное. Наверное, запустим. О, желтенькие, кстати, тянукины. Возле динозавра. Пойдем заберем. Подрывашки на 4 штуки, здесь 8 надо. Не подорвем. Вот эти я вот заберу. Яйца динозавры. Так, 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 так. Вон там еще подрывашкины, поехали. Вот здесь вот давай посмотрим. Куда это у нас вообще будет строиться? Куда? А, все, у меня их 2 было всего? Понятно, интересно так. Вон с той стороны, там подняться можно было. О, вот сюда. Так, письмо там? Точно, письмо. Боковым периферийным зрением заметил. Столько закутков, все же надо обойти, чтобы ничего не пропустить. Тут мы были и подрывашкины. Зашибись. И синенькие, точнее голубенькие электрические. Давай, короче, свечи будем. А, не получается залезть. Не получается подбомбить. Точнее. Сделали. Офигеть просто. Вон там вот замок издалека смотрится смачно, конечно. Че я в него не забежал? Я там рядышком же был. Тупанул. Надо было зайти. Почту. Нашли почту. Снова оса. Мне тут, в принципе, и тачки-то не нужны. Я и так могу кататься. На мыле-то своем. Чё бы и нет. Пойдем, значит, на почту зайдем. Скинем сейчас письмецо. Здесь у нас старт для машинок. Я, кстати, сесть могу в нее? Нет, не могу. Почту, почту, почту. Вот она. Закидываем письмо, чтобы освободить одного тянукина, который таскает это письмо. Прикольный домик, картон и так все нарисовано. О, круассанчики. Вон тех пацанов освободим. Ну что, что ж. О, игрушка какая прикольная. Я, правда, не знаю, кто это. Явно кому-то отсылочка. Сейчас на трассе... Смотри! Я думаю, что мы тут на тачке будем гонять, поскольку нужно наверху собрать... А, не, наверху нету. Я думал, пылинка там наверху есть на колесе, вот этом, на мертвой петле. А ее там нету. Вон еще тачка стоит. Ремонтируется. Но я, скорее всего, ту, которая поломанная тачка, притащу, отремонтирую ее и буду на ней гонять. Или у меня будет команда. Я всего лишь, знаешь, инженер, который тачку эту починит. А гонять будет какой-нибудь муравей у меня. Это выясним скоро. Там нет прохода? И у вас тоже тачка тут, да, стоит? Тут вон муха. А, это не муха, это, короче, комар-спонсор, видимо. А, тачки нету. Тачки нету. Так, что у нас есть? У нас есть стрела, у нас есть киса, птеродактиль. Не так уж и много у нас чего есть. Давай сюда заглянем, что тут у нас.
светящиеся в темноте призраки. Закос, по крайней мере. Опа, можем двинуть. Там что-то спрятано, походу. Сейчас зайдем, посмотрим. Ага. Чуть-чуть голубеньких и... Что-то должно быть здесь очень ценное для нас. Зелененькие. А, понятно. Сквозной проход и ничего более. Обидненько. Обидненько. Ну что? Что? Нам нужно запустить колесо обозрения, да? У нас там есть неподалеку розетка. Вот к ней мы и подключимся. Теперь все сложилось как надо. Вот от этой розетки мы тянем туда. Ей, я люблю колесо обозрения. Запустить большое колесо по-проворски. Ну что, я предлагаю прокатиться. Мы заслужили. Привет. Я с тобой прокачусь. Слава ордену. Мне пришлось бы питаться сиденьями, если бы оно не закрутилось. Не ссы, я бы тебя спас. А, я вывалился. Блин. Что у меня есть пузыри? Ну ничего, попробуем еще разок. О, тут никого нет. Ребят, поехали со мной. Вы тоже заслужили. Тут огромная такая кабина. Можно было бы и со мной скататься. А туда я хотел заехать. О, тачка. Мы ее и забираем. Несите отсюда, а вы не сможете унести, потому что у нас нет моста. Ладно, ждите, когда я наберу нужное количество мостовых тинукинов. И вот я снова наверху у замка. Мы сейчас в замке погуляем. Посмотрим, что там, кого там. Есть что-нибудь интересное или нет? Давай я просто наверх вот сюда спрыгну. Как Спайдермен, блин. Так. Вот это вот как-то поднять можно. Где веревочка-то? Сейчас. Сейчас опустим. Вот. И мы в замке! О-хо-хо! Нифига себе, динозавр, какой прикольный. Классно. Что-нибудь еще интересного тут есть? Похоже, нет. На башнях нет ни пылинки, вообще ничего. Короче, здесь был закрыт только динозавр. Я понял. Миледи, ни раны, ни... Понятно. У них тут свиданка, походу. Давай сюда, в этот замок сходим. Там внизу два муравьишки тусуются. И можно тоже двери открыть. Сейчас мы их и откроем. Точнее, ворота. Какие двери? Что? Ворота. А тут мост можно опустить. Классно. Сейчас мы это сделаем. Подрывашкинов побольше возьмем. Вот, открыли. Где-то что подорвать-то надо? А как это я вниз упал? Я вообще-то на мосту был. Тут еще можно подвинуть вроде бы как вот эту штуку. Башенку. Ага, розетка открылась. Розетка эта будет нужна нам. Сейчас будем выискивать для чего. Давай в пасть птеродактилю залетим. Он опять звуки эти издает. Ужасные. Стрела. Можно ее отнести, чтобы освободить одного тинукина. Наверное, мы это и сделаем. И вон того шелкопряда справа заюзаем, чтобы он нам пустил ниточку. Опля. Стрела. Ты у нас отправляешься в огромный арбалет. Закидываем ребят сюда. Хорошо. А если я сейчас сюда кого-нибудь... Ага, я заряжаю. Ладно, я пока стрелять не буду. Я потом разом из всего стрельну. Шелкопряд. Ниточку пусти-ка нам. Спасибо. Вы так любезны. Какой здесь вентилятор.
Ну что, возвращаемся обратно по этой ниточке. Будем искать, куда нужно подвести электричество. Электрейшн. Кому нужен свет? Бесплатный свет. Что же мы должны тут запитать-то? Есть что тут запитать можно было бы? Тут вообще никого нет. Ни жизни. Один динозавр стоит и все. О, ребят, вас я забираю, вы мне нужны. Выключатель, вот что мы должны запитать здесь. Ага. Сейчас мы это сделаем тогда. Сколько у меня? 26 электриков. Так что должно хватить. На башку. А с башки туда. На башенку. Это подъемный кран, нифига себе. Ничего себе, куда я забрел. Так, так, так. Я на самом верху этого крана. А тут часть дороги, кстати, у него. Скорее всего, надо будет опустить. Все, я понял. Мы тот переключатель заюзаем, и кран должен опустить нам эту дорогу, наверное. Сейчас вот выясним это. Сейчас узнаем. Выключатель заработал. Ну, скажите, пожалуйста, что это от подъемного крана? Да, это от него. Ништяк, дорогу сейчас починим. Как-то странно дорога починилась, если честно. Я думал, это гоночная трасса, часть ее, а это всего лишь мостик, да? Ну, ладно, мостик так мостик, не страшно. Еще письмо нашли. И кексик. Можно будет пожевать. Мостовые тынукины нам как раз. Сейчас нужно их набирать огромное количество. У меня сейчас их 38. В принципе, можно уже мостик где-то построить. Небольшой. Снаряды, снаряды, снаряды. Про них еще не забываем. Мы же снаряды тоже ищем. Так, сюда спустимся. Вот эта вот штука что нам даст? Ага. Ага, ага, ага. Прыгнем сюда, посмотрим. Тут у нас чего? Как-то тут скудненько. Больше тут делать нечего. А, вот, подожди, еще. Пылиночки соберем вот эти. Теперь можно бежать. Куда бежим? Ну, наверное, по трассе. По трассе разберемся сейчас. Вот здесь вот. О, вон туда пойдем. Спросим у здоровяка, что он хочет нам поведать. Рассказывай, что за меч? Это здоровый меч. Легендарный меч! Воистину, тому, кто захочет убить ужасное чудовище, обитающее в крепости, понадобится этот клинок. Но правила парка гласят, лишь избранный с чистым сердцем сможет вытащить меч из дерева, в которое он воткнут. Значит, у тинукинов чистое сердце. Я же говорил. Меч от какого-то робота. Давайте, ребят, возьмите его и потащили. Сразим монстра в замке. Тащить, конечно, это все дело далеко. Я поеду верхом. Можно? Вы же не против? Я вот так вот. Здесь спуск, кстати. Ага, вот. Мостовики нам пригодятся. Как раз. Как раз 31. А, нет, у меня еще 7 в запасе осталось. Все, поехали. Едем вниз. Дальше нам, смотри, вот сюда нужно. Сейчас соберем вот эти пылинки. Так, ребята, мостовики, вернитесь, пожалуйста. Мне нужен мост еще здесь. Вот, пока они поднимают меч, я прокачу здесь.
Хорошо. Вот, кстати, я же говорю, что тут наверху есть пылинки. Просто я думал, они внутри, а они изнутри оказались. Ребят, возвращаемся ко мне. Я еще кое-что вот тут не собрал. И вон там вот еще что-то не собрал. Наш нектароварщик стоит тут. Ребят, как у вас тут дела? Вы что, билетеры тут, что ли? Встречаете всех? Касса у них. Джекпо. Это казино, что ли? Как интересно у вас здесь. Ну да, это казино, вот фишки лежат. Ха, прикольно. А можно я джекпот тут попробую выбить? Сработает, нет? Не, не работает так. А что тут за картина вообще? Эй, смотри, какой странный постер. Какой-то он подозрительный. Почему за ним что-то есть? Потому что, наверное, надо его выбить. Мы открыли потайной ход. Где-то тут лаз появился. Только где? Лаз, лаз, лаз. Ты где? Не понимаю, где мы открыли лаз. А, вот, вот здесь. Ух ты. Пробраться на закулисную сторону дома. Прикольно тут. И что-то на каком-то инопланетном языке написано. Какие-то ужасные звуки здесь. Словно сейчас монстра мы здесь найдем. Оу, оу. Нифига себе. Здесь в скляночках всякая живность, которая раньше была живностью. Сейчас уже не живность. Что-то как-то худенько на самом-то деле. Мы тут сейчас попрыгаем. Попрыгаем и... Блин. И не допрыгаем. Интрига, интрига, интрига. Пианино интригующее. Да что ж такое-то? Вот сюда могу встать. Еще выше. Ого! Да там наверх лезть и лезть еще. Очень далеко. Что же здесь сокрыто? Такую тайну делают музыкальным сопровождением. Просто что... Интрига, интриг. Но, скорее всего, я слышу по звуку, там мега-пылинка нас ждет наверху. Мега-пылинка, я здесь. Я очень высоко забрался с тобой. Ну да, вон она. А музыка-то, музыка, ну просто так нагнетаешь, что капец. Я как будто в хоррор играю, а не в какую-то детскую игру. Все, можно падать отсюда. А, здесь окно. Нифига себе. Как я пропустил этот момент? Я же сюда запрыгивал, но я не смотрел. Кто-то за мной следит, ты представляешь? Вот оно, око-то, которое мы в прошлой серии видели. Из сковородки, которая смотрела за мной. Значит, я часть эксперимента. Хм, прикол. Ну, тогда понятно, почему так нагнетали. А где вообще машинка? Куда они могли уйти? Как думаешь? Они сюда спустились и где-то застряли, по-любому. Машинка! Машинка, машинка, машинка. Куда они ее могли утащить? А, они же наверху ее где-то таскали, да? Точно, они же наверх ее тащили. Сейчас я залезу, гляну, что там. Где они застопорились? До верха пока дойду, тут... Куча закутков. Здорово. Опять бояка. Вот в каждой карте я его встречаю, эту бояку.
Он в каком-то угольке щерится и боится. О, крокодайл. Блин, у меня уже целый зверинец со мной ходит. А я не знаю, что с ними делать еще. Куда их затолкать? Машиночка! Ты где там у нас? Машинка, машинка, машинка. Я слышу, что они где-то что-то тащат. Наверное, где-то сюда они свернули. А, они же меч в замок тащили. Какая машинка? Вот я туплю. Меч! Ты здесь? Меч. Мы как бы в замке. А... О, о! Нифига себе. Так, ребята, подождите, это куда вы крокодила-то засунули? Что-то я не понял. Понятно, они, короче, другим путем пошли. И кажется, я понял, куда животных теперь тащить нужно. Я надеюсь. А где меч-то, елки-палки? Как я его просрать-то мог? Вот монстр, он здесь стоит, но меча здесь нету. Что, не дотащили, что ли? Как-то это не круто, если не дотащить. А, вон они где застряли, блин. Сейчас я к ним схожу. Че вы там застряли? А, мост построить надо. Тогда понятно, что вы тут. Вперед из песни. Последний марш-бросок. Чуточку осталось. Я великий воин, который сокрушит монстра в замке и получит руку и сердце принцессы. Правда, рука и сердце будут такими же пластиковыми, как и этот меч. Ну, то есть не настоящие. Братишки, смотрите, что я тащу. У меня еще и птеродактиль есть ручной. Ну чё, как будем его рубить, ребят? Ого, прям в рот ему вонзили. Мощно. Принцесска! Кубок. Какая принцесса? Кубок лучше любой принцессы. Пошли забирать. Кубок, значит, нужно будет оттащить. За что гонки-то будут, да, гоняться? Правильно, за кубок. Вот тут вот у нас зверинец. Я даже не придал этому значения. Я здесь бегал. Бегал, бегал. А тут у нас зверинец, да? Но птеродактиль сюда все равно никак не это. Угу. Ладно, а кис тогда куда еще? Дай поболтаем с этим чуваком. Я пришла, чтобы расправиться с твоим зоопарком, гнусный чародей. Какой ужасный богомол. Это статуэтки, дура. Это просто статуэтки. И где же ты откопал такие зловещие статуэтки? Не знаю. Они, по-моему, всегда были здесь. Я так и думала, лжец. Ты заколдовал их по приказу повелителей теней. Мастер Мелоди, помоги мне, пока я отвлекаю эту маньячку. Найдите статуэтки и отнесите их обратно в зоопарк. Странные тварюшки, всего 5 штук. Но я тебе одну уже притащил. А осталось еще... Вот, кстати, крокодил. Так, ребята, вы, наверное, отвечаете за поезд. Наверное, ну да, дорога туда наверх уходит. Сейчас у меня хватит электриков, чтобы подключить розетку и, в принципе, запустить весь этот механизм. Ребята, идите сюда. О, еще электрики. Наверх! К электричеству. Ну все. Максимально растягиваем наших электриков, чтобы сэкономить на них. Готово! Запускаем поездатые приключения. Ребята радостные поехали. Им чуть-чуть-то до остановки не хватило. Гости прибыли на чемпионат по гонкам. Теперь нужно кубок отнести. Здорово, чувак, тебе тут дорогу надо ремонтировать, да? Мастер Мелоди,
Волк мне все рассказал. Видите этот участок трассы? Он разрушен и непригоден для гонки. Хе, ну разве не веселуха? Цель игры — найти то, чем можно его заменить. В том шкафу есть какие-то запасные части, по-моему. Да и если закончите ремонт до начала гонки, то получится еще прикольнее. Ну, где этот шкаф? Куда ты мне показывал? Какой шкаф залезть-то? Шкаф, шкаф, шкаф. Вон в том шкафу, что ли? Нет, это не похоже на шкаф. А, вон в том. Вон туда нам нужно. О, понял. Пойду туда тогда. Там я еще не был. Забрался на высокую башню, а там, короче, смотри сверху. Еще кое-что есть интересненькое. Метеориты, космолеты всякие. Подрывашкины. Ладно, короче, отсюда вот летим сюда. Интересно, до дверцы долечу или не долечу? Давай, 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 я смогу! Нет, я не долетел до дверцы! Черт, как жучок маленький расплющил меня. Окей, нет проблем. Поступим по-другому. Мы летим, значит, вот на этот домик. Все. Спокух, молодой, я в этот раз тебя не убью. Не суициднимся мы с тобой. Хотел кубок отнести, но что-то пошло не по плану. Решил в шкаф заглянуть. Не вопрос. Мы, походу, будем очень долго отсюда все это дело нести. Я уже предвкушаю. Какие палочки магические прикольные. Я уже предвкушаю весь этот путь. Здесь тоже... Да не вы. Вот сюда вот. Прям тютелька-тютелька хватило. И вот часть дороги. Ну, ребят, потащили. Ай, два, левой, правой. У вас здесь все построено. Так что идите, а я здесь еще пошарюсь. Королевские хоромы, что ли? Как любопытненько. Это я по носкам бегаю, правильно же? О, письмецо еще. Можно и до почты сходить, у меня уже два письма. Как раз почта внизу. Сюда только на домик сейчас бегаем. 748 пыльки у меня. Еще чуточку осталось. Вот и почта. Сейчас мне здесь тоже пыли выдадут. Последнее письмо осталось. Смотри-ка, микрофон. Это, походу, дикторская будка. Здорово, ребят. Сегодняшняя гонка обещает быть зрелищной. На трассе Аланца, восходящая звезда команды синих. О! И красный барон из красной команды Триумфатора. 7 заездов подряд. Непобедимый Шуми. Нам сообщили, что из-за технической проблемы гонка будет отложена на некоторое время. Устранением проблем занимается настоящий профессионал. Тем временем можете посетить бар. А этот, короче, за всхлипывание, короче, отвечает. За охи, ахи, вздохи. О, кстати, вот куда кубок надо поставить. Все, кубок на месте, отлично. Он был огромен и очень мешался нам. А, по поводу дороги, там ребята мои дотащили, нет? Дорогу-то. Пацаны, вы где заблудились? Вы тут еще стоите? Я мост не достроил, тут одного не хватило. Вот это я Чунгачкух. Лоханулся по полной программе. Ну, вот тут вот еще тоже мостик нам нужен будет по-любому. Так что давайте, спускайтесь поскорее. Давайте, давайте, давайте. Сейчас они начнут тут спускаться, я тот мостик разберу. Пока не поэтому идут. Вот. Пока по мосту кто-то передвигается, разобрать я его не могу. А то было бы феорично. Разобрал мост, а те, кто шли по нему, падают вниз. Я бы, конечно, поржал и посмотрел на эту картину, но, увы, нам не дают такую возможность. Пойду дальше посмотрю по дороге, что там. Есть проход.
Нет. А, да, есть проход. Проход есть. Собственно, дорогу спустят. Давайте, ребята, давайте. Тут еще вообще децела осталось. Пару муравьишечек. Держи свою дорогу. Ты счастлив? Спасибо, спасибо, да благословит вас Ардин, а то волк не знает, что сделал бы со мной. Спасибо! Пожалуйста. Теперь за тачкой надо сходить. Осталось только машину сюда притарабанить, на которой будем участвовать, и все. Мы забрались на шкаф. О, какие тут бойцы. Надо с ними потрещать, чё кого. Здорово. А, это Солярия, это старые наши друганы. Майлодейн, тут с Менетилом. Сам посмотри, в общем. Посмотри на мир, смотри, как он рушится. Мы до сих пор не нашли источник песни. Менетил слышит ее все отчетливее и отчетливее. Его надо привести в чувство. Я не должна была разрешать ему сопровождать меня. Я вижу лишь тени кругом. Оставь нас, Майлодейн. Лучше развлекись где-нибудь в Подпроворске. А у меня кое-какие дела, которые надо уладить. Ладно, не вопрос. Мы пойдем дальше работать. Мы тут вообще не развлекаемся, мы работаем. О, письмо последнее, оказывается, тут у нас. Что ж, мы его забрали. Какой чемодан. Спрятали. А вот еще одно ядро. Еще выше залезем. А, это гонки, кстати, тут. Погонять можно. И тебе нужно кольцо, я понял. Ладно. Видишь вон ту муравьиху на вершине плюшевой башни? Да, мы там, кстати, были недавно. Она меня не пускает в Галаксион, на свою полосу препятствий. Я бы поучаствовал, но она говорит, что крылатые не допускаются, что это читерство. Да, я прошел трассу Касцеля менее чем за 12 парсеков, а она меня считает каким-то проходимцем. Мои коллеги должны получить награду за эту глупую игру. Слушай, хоть у тебя и нет крыльев, но ты же умеешь далеко прыгать. Принеси мне награду, о которой я говорил, и я поменяюсь с тобой на что-то даже более ценное. Ну ладно, я могу, в принципе, туда допрыгнуть. Что ж, а сколько пузырей надо? 6 полных пузырей. У меня сколько? 1, 2, 3. У меня 6. Должно хватить. Полетим. Опля. Единственное, где приземлиться надо, вот прям в эту арочку. Последний пузырь. Да, мы здесь. Мы здесь. Ха-ха-ха. Здорово, можно я заберу у тебя колечко? Капитан, чтобы возобновить навигацию в системе Галаксион, необходимо уничтожить опасные астероиды. Флот мог бы справиться с этой задачей, но уровень опасности слишком велик. Учитывая то обстоятельство, что вариант с потерей лишь одного индивидуума более предпочтителен, это задание решено поручить вам. Сразу по окончании миссии вам следует об этом доложить. А, и кольцо он нам не отдаст, пока мы эти астероиды не разобьем. Ладно. Цепочка заданий из цепочек других заданий. Окей. Полетели, чё? Как их разбивать? Тянукинами, наверное? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, ну да, подрывашкинами. Окей. Немножечко затупил. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Чёрт! Промахнулся. Верните меня обратно. Надо разбиться, и меня тогда обратно вернут. Пум. Вот. Вот с этой высоты мы долетим. Как раз. Ядро планеты забрали. Прикольно. Теперь нам нужно до кольца вот этого долететь. Я же долечу. Как раз долетели. Взрываем метеорит. Подрывашкинов у меня как раз дофига. Кстати, насчет тянукинов. Вот надо еще вот эти забрать. А теперь идем подрывать остальные астероиды. Астероиды, метеориты. Куда же тот проход ведет, интересно? Вот этот вот. И что это за проход такой вообще? Там что-то есть. А мы там, наверное, были, кстати. Это секретное место. Мы просто не разблокировали эту дверь.
дальше на бубен. Мы же не долетим по высоте, мне кажется, мы не пройдем. А, нет, прошли. Шикарно. Готово. На корабль сейчас залетим. Тут как раз подрывашкины у нас. С корабля метеориты какие-нибудь сможем расшибить? Нет, нифига. Как до середины-то достать? Вопрос. Вопрос из вопросищей. Так, ну а как вон тут-то достать тогда? Посерединке. Так, так, так. Сейчас сделаем вот так. На метеорит было бы прикольно залететь, но не знаю, получится или нет. Да, мы на метеорит. Вот и все. Я падаю такой. А, меня сюда телепортнули. Устранение подтверждено, капитан. Командующий флота поручил мне передать вам это вознаграждение. Живите долго и счастливо. Спасибо. Я забираю это. Возвращаемся обратно. И после этого мы бежим к снарядам. Держи свое колечко, что ты там хотел нам дать? Я бы справился намного лучше, даже если бы связал крылья за спиной. Вот твоя доля, глобус. Хм, спасибо. Ну все, бежим теперь стрелять с разных орудий. А, стрелять из разных орудий нужно по шарикам. В принципе, мы все достали, так что я думаю, можем уже и пострелять. Зажигай. Есть попадание. Дальше. Заряжаем катапульту. Но это легко. Учитывая, что пушки тут уже наведены куда нужно. Вот это вот я как-то пропустил. И арбалет. Интересно, там эта стрела и снаряды предыдущие никого там не размазили? Эй, эй, ты не мог выиграть? Тут все устроено так, что выиграть невозможно. Эх, вот, забирай. Стоящая штука, честное слово. Домик. Прикольно. Спасибо за домик. Ну, теперь надо на парковку сгонять. Сейчас последнее письмо скину. Зайдем к Хмелевару этому. К Нектаровару. И пузырик свой заберем. Который нам подобается. Эй, Хмелевар, здорово. Майло, мне следует признаться. Я понятия не имею, что выйдет из пыльцы. Да я уже и так понял, что ты экспериментируешь. Какая классная пыльца, которую ты принес. Чувствуешь этот запах? Пахнет чистой энергией. Да, я могу поднять 10 бочек одновременно. Могу бежать быстрее паука, лететь быстрее стрекозы. Ух ты! Может ли пыльца быть причиной такого безумия? Или наоборот, кого волнует? Пойду проверю теорию в своем баре. Ничего себе. Вот это я ему суперсилу дал. Но у нас есть возможность еще один шарик получить. Вернее, пузырик. Тачка, тачка, тачка. Вон там тачка у нас. Ну, сейчас поднимемся на колесе обозрения. Привет, я опять с тобой покатаюсь. Ты же не против? Вон там пачка. Ребят тут стоят, ждут, когда я мостик построю. А я вообще про них забыл. У меня там мечи, у меня там дорога и все такое. Готово! Вперед, ребят, спускайте эту тачку. Блин, куда же котейку-то деть? Вот даже котейку засунуть. Сейчас проверим вот здесь вот. О! Птеродактиль сюда. Здесь змея должна быть. Здесь киса. Короче, вот. Все-таки их сюда нужно было приволочить. Остается только змея. И вот тут вот еще что-то должно быть. Большое. А вот и тачку притащили. На ремонт. Ну и ну. И меня еще спрашивают, почему я ушел из порта. Бедный драндулет. Оставь его здесь, я все починю.
О, как новенький. Так, теперь нам нужно этот драндулет забрать. Поэтому едем на парковку. Здорово, дружище! Я пришел у тебя это все забрать, но прежде я заберу своих фиолетеньких тинукинов. Ну все, ребзя, потащили на трассу. Че, прям отсюда поедем? Вот так? Можно было бы на ней скатиться, учитывая, что вы по трассе идете. Ну, по дороге. Гонка начинается! Помочь Волту организовать гонку. С удовольствием хочу объявить о том, что гонку века можно начинать. Сейчас на трассе плечом к плечу стоят две легенды. Бурные аплодисменты Аланса из Синих Молний. И овацию ее непобедимому сопернику Шуми из Красных Ферзей. Займите места у линии старта возле своих отметок. На старт. Внимание. Погнали! Синий выиграл. Ничего себе. Аланс, я всегда в тебя верил. Эху, наконец-то. Вот это победа. Синий молнии. Ура! Так-так, малыш Майло. Вы, похоже, развлекаетесь на полную катушку. Нет-нет. Не благодарите. Мне это только в удовольствие. Ага. Так вы чуть не забыли о своей штучке. Это было бы глупо с вашей стороны. Для вас парк всегда будет открыт. До тех пор, пока будете платить за вход. Какой-то меркантильный муравишка. Забираем и валим отсюда. Мне пора валить домой. На своем космолете, похожем на маску. Шестая и последняя деталь механизма Великого Арвина. Это величайший день моей жизни. Через этот проход мы сможем попасть прямо в Хризай. Мне не терпится все тебе показать. Механизм Великого Арвина наконец-то собран. Ура! Мы так долго этого ждали. И я тоже туда прыгаю, в эту бездну. У меня нет слов, Майло Дэйн. Спасибо тебе. Правда, спасибо. Мы установили последнюю деталь механизма Великого Арвина. Великолепно, Майло Дэйн. Мы можем с собой гордиться. Для тебя осталась последняя миссия. Залезай сюда, в машину и лети к звездам. Что-то мне кажется, что это еще не все. Сейчас я туда залезу, и окажется, что у нас нет энергии или топлива, и еще придется что-то где-то поискать. Ведь я нужен своим помощникам, как и всем обитателям дома. Я в долгу перед ними. Разрыдался. Прощай, Майло Дэйн. Я буду скучать по тебе и Тайникинам. Надеюсь, ты когда-нибудь вернешься, и мы снова увидимся. В смысле, а Тайникины-то здесь останутся, они ж не полетят со мной. Чё ты по ним скучать-то будешь? А, это был пропеллер. Флаг — это пропеллер. Отлично вообще. Ну вот, я же говорил, у нас не так все просто будет. Что за... Что происходит? Машина не запускается. Но этого не может быть. Все детали были установлены согласно чертежу. А нифига. Что делаем? Видел? С потолка опустилась веревка. Да-да-да, ты думаешь, что надо туда? Ну пойдем сходим. Выясним все. Я же долечу. Вот тут вот поднимемся сейчас и долетим. Высоко карабкаться-то. Интересно, кто нам эту веревку скинул?
Так, так, так. И куда же там мы попали? Чулан. Мы на крыше. Самый прикол, что здесь ничего нет вообще. Нечего собирать. Просто иди. Просто беги. О, домик! Последнее пристанище. Кто там стоит, не могу понять. Какой-то жучок или нет? Мы этот домик же видели, да? В той секретной комнате. Здорово, ребят. А, вы наконец-то нашли эту музыку, да? Ну, молодцы. О, семья чья-то. Сейчас я в округе тут прокачусь быстренько. Может, еще какие-то отсылочки, чего они тут есть. Это кладбище. Вот и все понятно. Это был призрак, оказывается. Гаспер, ну понятно, Гаспер же. Он нашел свое кладбище. Прикольно, прикольно тут все сделали. Очень много отсылок. Пойдем внутрь, вот сюда забежим. Смотрим, что тут. Ты слышишь эти напевы? Ха, забавно. Сейчас узнаем, кто это. Что вообще здесь происходит? Это робот, что ли? Нет, это жук. Получеловек, полужук какой-то. Руки у него, смотри, какие. Сюда зайти нельзя. Подрывашкинов можно взять. Хе-хе, а она забавная. Кто она? И вообще, кто ты? Я не совсем... Зоопарк. Для чего нам подрывашкины нужны? Чтобы плеер... Наверное, плеер, чтобы вытащить из магнитофона. Да. Сейчас поболтаем все-таки с ней. Майло? Я как раз мчалась в лечебницу, как вдруг у бедняги Минитила очень сильно задергались усики. Он стал умолять меня доставить его сюда. Этот люк был открыт, я раньше никогда его не видела. Песня не сходила из этого проигрывателя. Голоса были лишь звуками из устройства. Единственное ее отличие от песни, которую ты включил в Санктари, заключается в том, что... Только усики щитников настолько чувствительны, чтобы ее услышать. Это никакая не священная песня, а совершенно обычная музыка. Всю свою жизнь, Сол, всю свою жизнь мы гонялись. Майло Дэйн, у меня к тебе последняя просьба. Мы полностью выдохлись. Пожалуйста, взорви этот проклятый металлический ящик. Ардвин, Вера, нет. Я просто хочу, чтобы вокруг моего друга и моих спутников наконец-то воцарилась тишина. Нет проблем, я именно для этого и подобрал бомбардирщиков. Что? Моя любимая песня! Это и есть Ардвин? Кто это сделал? Кто осмелился? Покажитесь, негодяи! Минитил, послушай! Я слышу лишь тишину вокруг себя. Ты как себя чувствуешь, дружище? Свободным. Я чувствую себя свободным. Но... Да успокойся, успокойся же. Я доставлю тебя в лечебницу. Майло Дэйн, я прямо выпала в осадок, когда узнала, что наш бог всего лишь иллюзия, но... Мы освободились от песни, и это лучшее, что с нами произошло. Я знаю, что мои товарищи в конце концов это тоже почувствуют. Для меня было честью, величайшей честью работать вместе с тобой. Я знала, что ты достоин моего старого знамени. А ты позаботься о своих друзьях, Майло. Ты же им нужен, понимаешь? Так, пойду-ка я еще раз к Ардвину этому схожу. Ну, наверное, после этого, когда я музыкальный бумбокс разбомбил, смогу улететь. Кат-сценка врубилась. Короче, я так полагаю, что ученый из-за чего-то
начал экспериментировать, заигрался и превратился в Ардвина, ну вот в этого маленького существа. А ученый — это тот дядька с бородой, который мы видели только что сейчас на картинках. Эй, что ты? Это ты выключил музыку? Ты выглядишь как огромный Тайникин со странной прической. Ой, прошу прощения, я просто задумался. Я Мессий Ардвин. А ты меня нашел, значит. Поздравляю. Значит, мне надо найти новое укрытие получше. Это будет несложно. Я знаю этот дом как свои 5 пальцев. Постоянно скрываться от всех — это так утомительно. Эти там внизу считают меня богом, представляешь? Какая ирония. Я жалок. Я неудачник. Мое средство должно было лишь немного всех уменьшить. Но все пошло наперекосяк. И к тому же очень быстро. Я пытался исправить свою ошибку на протяжении столетий. Нет, даже тысячелетий. Увечья, причиненные моему телу, это цена, которую пришлось заплатить за выживание. Этот дом, вернее, эта тюрьма, застряла во времени. И все ради того, чтобы ублажить этих жалких чудищ. Тот, из-за кого вымер его собственный вид, должен называться демоном, а не богом, правда? О, Лукреция, и... Впрочем, забавно, они идут за тобой, как будто у вас есть что-то общее. Я никогда не видел, чтобы они так интересовались кем-то еще. Ну, кроме меня, конечно. Мне нужно вернуться на Землю. На настоящую землю, понимаешь? Сбежать из этого места, где никогда ничего не меняется. Нужно мне технологии, в 91-м году еще не было, поэтому ей так и не получится воспользоваться. Я решил от нее отказаться. О какой технологии речь вообще идет? Ты потомок землян. Я думал, что уничтожил их, но Майло Дейн, ты, значит, с Эгиды. Эгида звучит знакомо. Ну, конечно, это же был один из миров, подготовленных на случай угрозы. Значит, им хватило времени. Им удалось спастись. И вот ты здесь, Майло Дейн, вместе с миллиардами своих соотечественников. Я так счастлив. Мне так хорошо. Я был так одинок. Погоди, так у вас же наверняка тысячи лет не прекращался технический прогресс. Твой костюм. Покажи мне его. Не исключено, что моей машине не хватает лишь... Скорее, Майло Дейн, я обязательно должен встретиться с этим твоим Ридми. Я не бог, но я чувствую, что случится чудо. Это лицо. Да это же глазам своим не верю. Ардвин. В обморок упал. Похоже, он просто чутка растерялся. Он ведь большой поклонник. Я дам ему выпить, чтобы он пришел в себя, хорошо? Ардвин, то есть Миссей, ты понятия не имеешь, что это значит для меня. И что это значит для дома. Мой юный друг, боюсь, легенды обо мне чуток преувеличены. Мне очень повезло, что в чертежах разбирался именно ты. Все твои изобретения просто гениальны. Спасибо, я, кстати, Майло Дейн. Мессия объяснил мне, почему машина не работала раньше. В чертежах этого не упоминалось, но для нее требовалось намного больше энергии, чем я думал. Тем не менее, чтобы найти нужное, далеко ходить не придется, Майло Дейн. Протяни руку. Косточка? Косточка. Она принадлежит малышу Невасу, да? Сейчас это всего лишь игрушка, но в ней содержится больше энергии, чем нужно было для освещения всей столицы в мое время. Майло, понимаешь, что это значит? Мы добились всего, чего хотели. Ты вернешься на Эгиду, повидаешься с Невусом и расскажешь всем, что твоя гипотеза была верна. А я останусь здесь на некоторое время. Моим помощникам без меня не обойтись, а своим талантам я найду применение.
Буду помогать жителям дома. Скучать не придется, всегда есть какая-то проблема, которую нужно решить. Кроме того, не только ты сегодня покидаешь дом. Майлодейн, тысячи лет я надеялся возродить свой народ, но я никогда не думал, что мой народ возродит меня. Насколько я помню, в машине достаточно места для двоих. Возьмешь меня вторым пилотом? Но я не знаю, ты какой-то... Ты на жука похож? Или ты робот? Я вообще не понимаю, кто ты такой. Ты монстр какой-то. Что тебе брать с собой? Ты там всех распугаешь. А вдруг ты заразный? В общем, давай посмотрим, что Майло Дэй ответит. Прощайте, друзья. Миссей, бог ты или нет, но мы вечно будем тебе благодарны. Жаль расставаться, но жители дома всегда будут тебя помнить. Миссей Ардвин. Вернуться на Эгиду вместе с Миссеем Ардвином. Короче, мы забрали его с собой. Ах, вот кто за нами следил-то, оказывается. Вот чьи глаза мы видели в сковородке. Он вернулся на свой космолет. Или подожди, это же не космолет, это же его дом. Тинукин один за нами умыкнул. Ну вот и все, Тинукины пройдены. Довольно забавненькая, коротенькая игрушка. Было весело побродить по огромным просторам дома. Ну и финалочка, в принципе, не подкачала. Мы узнали, кто за нами следил, и то, что за всеми вселенными, за мирками, в каких-то банках следят вот такие вот инопланетные чудища. А на этом все. Спасибо, что смотрел. Если тебе понравилось, не забудь поставить лайк, подписаться, и тогда мы вновь увидимся в новом ролике. Так что до встречи!